Новая развязка на 184-м километре трассы М5 «Урал» была торжественно запущена в эксплуатацию. Развязка позволяет легковому и транзитному транспорту, минуя Рязань, проезжать с московской трассы на Самару, Уфу и Челябинск. Этот дорожный узел крайне был необходим Рязани. И области, и городу необходим, да и транзитному транспорту необходим. Его строительство велось при поддержке Минтранса Российской Федерации, за что мы очень благодарны руководству Минтранса, Росавтодору, благодарны за то, что они включили в программу реконструкцию дороги М5, которая проходит так называемый южный обход города Рязани, и руководству дирекции «Большая Волга». Мы развязываем сложный узел на въезде в город Рязань. Объект этот не только важный, но он был и очень непростым в исполнении. Это большое количество коммуникаций различных, это стесненные условия города, поэтому всем здесь пришлось потрудиться. Еще одним плюсом развязки стала ликвидация светофора перед железнодорожным мостом, который в час пик собирал огромные пробки. Работы по строительству эстакад начались еще в 2012 году. Стоимость работ составила 1,5 миллиарда рублей. Стоит отметить, что средства на строительство были выделены из федерального бюджета. Надо сказать, что традиционно у нас в Рязанской области отношения федерального дорожного агентства и администрации очень рабочие. Мы являемся соратниками. У нас единственное и первое соглашение в России с Федеральным дорожным агентством и с администрацией Рязанской области на тему внедрения инноваций подписано. Оно было подписано 3 года назад. И по этому соглашению мы также продолжаем работу, продолжаем внедрять новые материалы, конструкции, технологии для того, чтобы дороги были и долговечнее, и безопаснее. Уже в этом году я думаю и уверен даже, что мы начнем реконструкцию развязки в районе Михайловского шоссе. Ведется большие работы по строительству моста дополнительного через Провню. Ведутся большие работы по объезду Кириц. То есть мы по федеральной трассе М5 ведем совместно с Росавтодором большую серьезную работу. Протяженность развязки составляет без малого 6 километров. Новый объект на федеральной трассе М5 «Урал» обеспечивает быстрое и комфортное передвижение граждан через транспортный узел, включающий в себя 7 построенных и объединенных дорог. Количество полос движения колеблется от 2 до 6. Ширина проезжей части местами доходит до 28 метров. Федеральная трасса М5 «Урал» является одной из важнейших транспортных артерий среди дорог. Также она является одной из самых длинных по протяженности – всего 1880 километров. В 2016 году магистраль отмечает свое 70-летие.